Привет. Обещал снять видео для Ники Куц из украинского стартапа PowerTable. Они собирают столы с функцией зарядки для телефона. Вот. Ну, не то чтобы как бы везде и вполне нормально, но тут вот такой у нас стол в переговорке, на который можно положить телефон и... А это мой телефон, он тормознутый. Ну, в общем-то, мы видим, что он заряжается. Если у вас в телефоне нету беспроводной зарядки, в этой комнате это есть такие вот штучки, ChargePod, которые подходят как к андроидам, так и к айфончикам. Вставляется в телефон. Вот таким вот образом. Так, подключаем. Ставим точечку на точечку. И... А, только придется перевернуть, и мы не увидим, что он заряжается. Но он будет заряжаться. Вот так вот. Мой телефон заряжается. Как это устроено? На самом деле очень просто. К любому столу можно приделать. Сейчас подсвечу. Здесь вот такая вот штучка прикручена, которая подходит просто блок питания. Обычная беспроводная зарядка с действием через стол. Вот так вот. Кроме того, у нас в DMZ на каждом этаже есть вот такие вот зарядные станции, где можно подключиться, зарядиться, вроде как бы сделанные прямо здесь. А это ни в коем случае не отменяет то, что наши ребята делают классную штуку. И PowerTable.com.ua, они продвигают беспроводные зарядки на мероприятиях в городе. И это хорошо. Обязательно проверьте, посмотрите их продукт. Я вставлю линк в описании. Пока.